этих банковских счетов. И me fui por asomar sus depósitos. Я пошел, я начал анализировать все ее вклады, которые у нее имеются. Y le comenté, oye, Yuli, ya casi estás igual que yo. И сказал, к моему огромному удивлению, что твои финансовые возможности сейчас практически такие же, как и у меня. Pero mi sorpresa es que ya ganaba más que yo. Получалось так, что она зарабатывала больше, чем Рамон. Entonces dije yo, como empresario que soy, yo tengo empresas, este negocio es un negocio interesante. Я будучи empresario, предпринимателем, у меня были для компании, я для себя принял решение, что этот бизнес таки да, очень хороший, правильный, нужный бизнес. Entonces, como yo tenía un prestigio, antes de entrar a la compañía, ну, у меня определенный статус в стране, определенный престиж, и прежде чем заняться этим бизнесом, investigué qué tipo de compañía era la que iba a participar con Yuli. Я бы хотел посмотреть, каким образом можно принимать участие вот в этой компании. Что это за компания, где работает моя супруга? Y encontré que era una compañía sueca. Y увидел, что это шведская компания. Con un gran prestigio. С высоким уровнем престижа. Que tenía 48 años ya de en el mercado. 48 лет находится на рынке. Que ya estaba trabajando en más de 60 países. Работает, существует более чем в 60 странах мира. Que producía y vendía más de 530 millones de piezas al año. 53 millones de piezas al año. Que tenía 3.5 millones de consultas de agremiados, de socios. 3.5 millones. 3.500.000 consultantes. Миллиарды, да? 3 миллиарда, 3 миллиона. Que era la compañía número uno en Europa. Это и первая в Европе, первая компания, которая занимает первое место. Que vendía más de 2.500 millones de dólares al año. Которая продавала на 2,5 миллиарда долларов в год. Que cotizaba en la bolsa de valores de Estocolmo. Которая находится на фондовой бирже в Стокгольме. Por lo tanto, era una compañía seria y que valía la pena trabajar para ella. Y я увидел, что эта компания чрезвычайно серьезная, и я мог смело принимать участие и работать в этой компании. Юли, тут я.